из иммигрантов. За что? Эй, приятно познакомиться, 8Б. Я мозговой червь Василий. Хорош болтать, червяк. Народ! Загрузка завершена. Протокол ИУАВ полностью готов. Я хочу увидеть это сам. Отлично, агент ИУАВ. Пришло твое время. Ты должен ликвидировать 10Б и помочь мне захватить контроль над новой федеральной службой времени. Мне нужны их ресурсы и технологии. Но будь осторожен. Кажется, тупой Никита нашел способ, как выбраться из параллельной вселенной. А как известно, он умеет вставлять мне палки в колеса. Скотина. Сэр, вас понял. Так точно, сэр. Юху, отлично! Генератор оказался в рабочем состоянии. Я наконец-то дома. Как? Эта вселенная закрыта для посещения. Особенно для посторонних, как ты. Полина? Это ты? Как ты здесь оказалась? И почему я посторонний? Для тебя я не Полина, а агент Федеральной службы времени. Позывной Карамелька. Позывной Карамелька. Ну да, я помню. Ты всегда просила сладости. И хотела, чтобы я приносил тебе их на каждое свидание. А потом в 7 классе ты меня бросил и исчез. Это ты тоже помнишь? Что, нашел себе бабу в этом времени, а про меня забыл? Столько времени как бы прошло. Все с тобой понятно. Кобель. Короче, у меня приказ доставить тебя в 3024 год. Тебя будут судить за все то, что ты сделал. Да я ничего такого не делал. Я просто один раз не на ту кнопку нажал, и все. Хранители разберутся с тобой. Хранители? Какие еще хранители? Об этом ты скоро узнаешь. Именем Федеральной службы Ёбарасы-то! А ты еще кто такой? Что ты сделал с Полиной? Это ментальный контроль. Меня зовут Тимофей. И мне многое нужно тебе рассказать, Никита. Опа, какие люди! Ну что, справились с заданием? Здравствуйте, Игорь Витальевич. Ну как сказать, практически справились. Но вместо того, чтобы арестовать Тенге-Тенге, мы его ликвидировали. Что? Ну это же негуманно! Это сделал Аким, к нему и претензии. Претензии? Да какие ко мне могут быть претензии? Я вас всех спас. Ну вообще-то да, если бы не Аким, то этот Тенге-Тенге нас бы всех утопил. А вернее, мы бы сами все утопились, находясь под его контролем. Ладно, хорошо. Так, а я среди вас не вижу Александры. Где она? А, да Сукубиха полетела в Милан. В Милан? Че она там забыла? Не, ну она там вроде пошопиться хотела. Не, ну прекрасно, кому-то конец света? А кому-то шопинг? Зато у нас есть новый рекрут. Вот, Светозар. В смысле? Так это же обычный пацан с улицы. Мы тоже так думали, пока он нам не показал свою силу. Давай, Светозар, покажи Игорю Витальевичу, что ты можешь. Да легко. Вау, огненная стихия, как у Лины. Ну да, ты меня чуть не подпалил. Простите, я не до конца еще научился пользоваться своей способностью. Не переживай, мы тебя научим. Так, как ты говоришь, там тебя зовут? Меня зовут Светозар. Приятно познакомиться, Светозар. Меня зовут Игорь Витальевич, и я ваш учитель. Игорь Витальевич, а где все остальные? Я их отправил на другую миссию. Я надеюсь, что они ее уже выполнили. Чпиль кукуль мупутра. Всем привет! Привет-привет, девчонки! А что у вас за миссия была? Задержать Смайл Кэта и отправить в орбитальную тюрьму. И как успехи? Ну, конечно же, мы справились. Вы что, в нас сомневались? Ну, мы тоже вроде справились. Ну, почти. А кто это с вами? А, это наш новенький, Светозар. Теперь будет вместе с нами обучаться магии. Так, 10Б. Я вас всех собрал, почти всех, для того, чтобы сообщить очень неприятную новость. Вернулся шеф. Твою материю. Наши самые ужасные опасения подтвердились. Мой отец вернулся? Не может быть такого. Привет, 10Б. Давно не виделись. Никита!
Это ты? Эх, 10-й Б, почему каждый раз, когда я возвращаюсь, вы кричите, как бараны: Никита, Никита? Мне что, имя на Коля поменять? Не, ну если хочешь, можем орать: тупой Никита! Я не верю своим глазам! Лиза! Кобелем был, кобелем и остался. Теперь понятно, на кого он тут меня променял. На вонючую ЦВУшницу. Слышь, помолчи, тебе слова не давали. А это еще кто с тобой? И почему он держит эту агентессу за шкирку? Сейчас я вам все объясню. Меня зовут Тимофей. Знакомое имя. Но вы же все помните Тимофея из 11-го А? Тот, который младший человек? Ну, конечно, помним. Так вот, на случай непредвиденных ситуаций он вырастил своего клона. То есть меня. Что-то ты не похож на Тимофея из 11-го А. Просто он не хотел, чтобы его клон выглядел так же, как и он сам. Вот он и сделал меня немного другим. А я не пойму, зачем он здесь? Сейчас что, какая-то непредвиденная ситуация? Как-то все странно. А ты точно не посланник шефа? Я что-то сомневаюсь, что Тимофей решил создать для себя клона. А где сам Тимофей тогда? Ну как где? Ловит аномалии, которые сбежали из орбитальной тюрьмы. В смысле? Мы только что оттуда. Сдали под роспись Смайлкэта. Никто оттуда не убегал, там было все спокойно. Вот сразу видно, у вас слишком мало опыта, 10-й Б. Это все была иллюзия, на которую вы купились. И Смайлкэтом вы передали нашим врагам, чудовищам. И настоящий Тимофей прислал своего клона, чтобы мы объединились и помогли 11-му А. Ну так-то они уже не 11-й А, а скорее 12-й А. Ну а точнее выпускники. Все верно, и им нужна ваша помощь. Но меня-то зачем шандарахнул ментальным ударом? Я вообще-то тоже могу помочь. И что, не будешь пытаться меня схватить? Она пыталась тебя схватить? Да, арестовать и отправиться со мной в 3024 год. Планы изменились, если аномалии захватили тюрьму. Нам сначала надо решить эту проблему. Да отпусти меня уже. Если хочешь помочь, тогда отведи нас на свою базу. У вас же есть база в этом времени? У ФСФ есть базы во всех временах. Еще чего, посторонним туда вход запрещен. И нам нужно сейчас спешить не на базу ФСФ, а на битву с монстрами. Ты права, но нам нужно оружие помимо магии. А это оружие есть только на вашей базе. Но вообще-то это все не по протоколу как-то. Да какая разница, главное спасти мир. Да, иногда нужно действовать не по протоколу, а как говорит сердце. Ладно, я вас проведу туда. Но боюсь, что мое начальство не будет этому радо. Ну отлично, говори координаты своей базы, мы сейчас туда быстро телепортируемся. Ой, одну секундочку. Можно, пожалуйста, я в туалетик выйду? Организм требует. Да, окей, да, конечно. Окей. Алло, шеф, докладываю. Все, как вы и сказали. Никита вернулся, и ваша дочь здесь. Попытайся переманить ее на нашу сторону. Она была бы хорошим союзником, но лучше пока не высовывайся, пока мы не получим данные о местоположении базы ФСВ. Эта проблема уже решена. Мне удалось стереться к ним в доверие. И новая агентесса ФСВ отведет нас туда, прямо сейчас. Ну надо же, и как тебе удалось завоевать их доверие? Я просто организовал бунт в тюрьме для аномалий. И освободил их всех. И теперь вам типа нужно оружие, чтобы победить чудовищ? Отличная работа, агент ИУАФ. Ты превзошел мои ожидания и даже аномалии освободил. Вы можете ни о чем не беспокоиться, шеф. Я все сделаю в лучшем виде. Замечательно, агент ИУАФ. Ой. А вот я не думаю, что у тебя все идет по плану. Черт, Виолетта, что ты тут делаешь? Ты думаешь, я не поняла, кто ты такой? Тебя послал мой папашка. А ты умная, как я посмотрю. Он все еще может тебя простить и пустить обратно. Ни за что. Я больше не встану на тропу зла. Теперь я белый маг. Тем хуже для тебя. Что ты здесь сделал, урод? Да ничего, я выбежал на ее крик и увидел ее. Сделал! Ку-ку, ёжики! Кажется, я знаю, кто это сделал.
Ку-ку, ежики, что хотели меня в тюрьму упрятать? Я пришел отдать должок. Это же огромный смолкет. Ну как? Да ну ё-моё, 10-й Б, почему у вас каждый раз все идет по одному месту? Ксю, это ты? Не Ксю, а Ксения Андреевна. Down.